Здравствуйте, дорогие друзья, рады приветствовать вас на матче Лиги Б. Субботний день, Стельмас против Лидерса. Ну и сразу бы хотелось бы отметить тот факт, что у нас сегодня в этом матче достаточно хорошие сборы. И температура на самом-то деле резко упала. Надеюсь, мы обойдемся без ураганов. В составе команды Стельмах Лунин, Александр Роженко, Алексей Перфилев, Никита Нинов, Денис Вавринюк, Роман Орлица, Юрий Пугач, Константин Курилов, Дмитрий Пугач, Ярослав Уваев, Богдан. Супер просто сбор у Стельмаха. И у Лидерса Ткачук, Василий Коваленко, Ярослав Пономаренко, Александр Веремчук, Анатолий Старшинин, Роман Каменчук, Никита Щасюк, Николай Марцун, Роман Левченко, Александр. У нас очень сильно ветрено, поэтому будут трудности 100% с трансляцией. Поднялась пыль на парковке. Я такой первый раз вижу на Меридиане, поэтому сразу скажу, что простите за плохую, возможно, трансляцию. И если пойдет сильный ливень, мы будем ее отключать. Ну а вы сможете посмотреть видео уже в повторе. Нинов обыгрался с Перфилевым. Нинов. Пономаренко Александр. Перфилев. Каменчук Никита. Хороший дриблинг от Никиты. Беремчук. Снова Веремчук. Каменчук Никита. Пономаренко. Снова Веремчук. Каменчук, прошу прощения. Я оговорился. Сегодня был очень жаркий день, поэтому такие ошибки от меня, это, наверное, весьма-весьма... Уже за привычку какие-то входят. Пономаренко, хорошее движение. Уход в сторону, под удар. Все классно, в принципе, делал. Но удар был бессильный, я так скажу. Слабый, явно слабый. Веремчук. Веремчук. Каменчук Никита. Перфильев. Пугач. И если по каким-то техническим причинам мы будем вынуждены остановить матч, я сразу скажу, что счет остается таким, какой мы остановили в момент, когда эти технические причины случились, а уже после у нас идет ситуация конкретно с доигровкой по времени. То есть, например, если 30 минут оставалось, то 30 минут команды и будут доигрывать. Единственное, разрешено менять составы. Ну, в плане, я имею в виду, что не все же могут приехать. Это же аматорский турнир. А от этого, конечно же, ну, чтобы люди знали. Но я надеюсь, все обойдет нас. И все будет хорошо. Пугач Константин. Нинов. Стоим, стоим. Лунин Александр. Нинов. Каменчук. Сильно бьет. Неудобно. Веремчук. Смена! Все смены. Давай, давай. Со мной, Леша, со мной. Марцун. Перевел на Александра Левченко. Марцун снова Левченко. Играл Левченко у нас за Манчестер Юнайтед. Пугач. Константин Пугач классно пробрасывает. Марцун тут на опережении. Хотел немножко помешать.
сыграть комфортно. Левченко. Через назад Марцион. Снова Левченко. Константин Пугач отыгрывает на Нинова. Запутался у Орлица. Щисюк. Как классно Николай все же отдает эту передачу на высоте. Да, голом это не закончилось, но вот за такую трудолюбие на поле, ну, можно отдавать респект, честно говоря. Зная много матчей и лично комментируя, могу сказать, что Щисюк Николай даже вот сейчас бил достаточно точно и неплохо. С левой ноги, с неудобной позиции. Сориентировался и все равно ударил. Нинов. Орлица. Классная молния была только что за деревьями. Вот, собственно, ее звуковое сопровождение. Гром. Коваленко Ярослав. Марцион. Беремчук. Коваленко Ярослав, какую борьбу проявил. Ух, молодец, конечно. Двоих собрал на себе, даже смог ударить после в итоге. Нинов. Уваев. Богдан. Орлица. Точнее, брат. Три минуты. Марцион отыграл на Чисюка. Силы, силы, пацаны! Курилов. Тремчук. Ярослав, Толя, Толя, выше. По одному, по одному. Блин, сам, сам. Курилов. Поднимай, поднимай.
Осторожно. Вот такой забавный мяч забивает сейчас Пугач. Ярослав, что тут говорить? И как я понимаю, Курилов отдал голевую передачу. Пока я тут вел борьбу с зонтом, команда Стельмах забила первый гол в нашей встрече. Марсун пробовал один в один обыграть. Уайя, Богдан, еще один шанс забивать второй как минимум мяч. Курилов, с левой ноги. Пономаренко. Перемчук навешивает на Никиту Каменчука. Извините за некачественную съемку, дорогие друзья. Я просто одновременно складывал вещи, которые могут перегореть. У нас сгорела одна программа, вернее, не программа, а специальная карта захвата, благодаря которой мы и транслируем онлайн-трансляции. Вот, но ей нельзя быть. Разбирай, пацаны. В воде приходится вещи накладывать. Пацаны, не хвалите. Сейчас, ну я туда. Ниже, сядь. Ром, один сзади, один еще чуть-чуть. Вторной удар у нас Веремчук Анатолий будет пробовать пробивать. Держи. Может быть, нас обойдет, поэтому весь кипиш зря. Марцион. Курилов, Пугач, Роженко навешивает снова туда на Пугача Константина. Коваленко Ярослав. Жестко сыграл в данном случае, мне лично так кажется, Ливерченко Александр. Силовой игрок, и Нинов силовой. Ну, друг друга они так, будем так говорить, не пожалели. Пугач, Константина Курилова. Курилов.
Курилов, как спокойно разбирается у нас суперсейф от Левченко. Такие моменты нужно записывать в историю, друзья. В принципе, движение от Курилова было очень-очень таким классным. Он в пас играл в этой ситуации. Ну а получилось. И так все сладко. Как хотелось бы. Нинов. Грубоватая игра пошла. Пацаны, открывайте сразу. Завелись команды. Открывайте сразу. Забирай, забирай, Сань, забирай. Сейчас внимательно. Оп! Далее, далее ищем. Хорошо. Пониж, пониж, пониж. Качу. Пониж. Разбирайте, разбирайте, пацаны, кто встречает? Левченко. Пацаны, вы вдвоем с одним игроком, блядь. Вдвоем с одним. Ребята, разбирайте сейчас игроков. Коваленко, Ярослав. Саш, давай, Саш, давай. Ниже, ниже, ниже. Забирай, я. Курилов. Одна. Набирай, Саня, набирай. Пас, пас, пас. Марцион отыграл на Левченко. Снова Марцион. Медленно. Я считаю, медленно в этой ситуации развивал свою атаку Вовренюк, Роман. Ну и, конечно, ребята все-таки настигли его, скажем так. Один выше. Выше. Еще дальше. Отходим, отходим. Еще отходим. Тем шире ставь. Не принимает эту передачу во время ОК. Чисюк. Дальше станьте, давай, давай, Дима, это твой. Дима, это твой. Марцион. Да, да. Денис, да, твой, твой. Дима, добегай, добегай с ним. Дима, добегай. Левченко. Снова Марцион. Коваленко, Ярослав. Марцион. Дай другую. Ну, Саша, 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 просто лег нахуй. Ребят! Ярик, а можешь дать зон? Спасибо, Никит. Я попробую играть, но, наверное, ветер будет очень сильный. Девчонка. Тачук Василий на Коваленко. Ярослав на Левченко. Шанс был забивать. Курилов. Курилов Дмитрий. Давал передачу на Нинова. Погода, друзья. Разорвало просто зон. Иди, Сань, сам, Сань, давай. Ищи момент удара. Ярика далее. Сейчас, сейчас. Коваленко. Дома один, остань.
Хорошо, хорошо. Опасно, сейчас становится скользко, и поэтому могут быть такие трудности. Да и с бросами нужно намного качественнее, правильнее, что ли, скажем, работать. Коленко, Ярослав. 5-й. 20 секунд, пацаны. Попроси, попроси, его. Чисюк. Быстро, быстро, быстро водим. Сейчас, бить, бить. Бить. Туда, быстро, быстро, быстро. Катюк. Хорош, ну неплохо, все равно вариантов. Идем. И звучит жесток, у нас первый тайм окончен. Надеюсь, во втором тайме погода будет лучше радовать, но 1-0, Стельмах забили. Есть, будем продолжать дальше. Аккуратненько, ребята, смотрите, чтобы не сдвинули вот эти штуки. Может, просто там сложится. Не бойся, он мягко будет. Не-не, мягко он назад. Лис, аккуратненько, ты можешь его не забить. Продолжаем дальше. Гремчук переводит на Пономаренко. Ну, Гремчук, Пономаренко, Александр. Не удается воспользоваться Денисовичу такой передачей, Старшинину, вернее. Извините за оговорку. Орлица видит Никиту Перфильева. Тот не стал как-то пробовать искать на ощущениях мяч. Старшинин. Пугач. Новая вам. Здорово! Гремчук Анатолий. Пугач отыграл на Орлицу. И вроде как, казалось бы, такая погода только лишь способствует большому количеству забитых мячей, но ребята, мне кажется, просто пока не успели переключиться к таким погодным условиям, и мало ударов. В принципе, мы видим. Пугач. Качук. Перфильев. Орлица. Беремчук. Старшинин. Каменчук Никита, снова Веремчук. Такой момент забивать сейчас был у Старшинина, тем не менее обоюдными усилиями удается спасти ворота. Игра на вынос здесь. От Орлицы Каменчук Никита переводит на Старшинина. Можно уходить в зону, бить. Делает попытку, ну там просто играющий фиксирует этот мяч. Лунин Александр. Скользкий мяч, влажное поле способствует трудностям в данном случае. Давай меня, меня, меня.
Я уже хочу, чтобы снова было жарко. Еремчук перевел на Пономаренко. Нинов убегает вперед. Бить можно. Дублирующий удар от Константина Пугача. Но тут важнее скорее точно, нежели сильно. Беремчук, Марцун. Снова Беремчук. Пономаренко хитро хотел обыграть, перекинув таким зацепом, скажем, да, футбольным. Снова Беремчук. Марцун. Нинов на вынос играет, Беремчук. Лунин вбрасывает на Нинова. Денис в английскую погоду стремится найти какой-то выгодный пас. Уваев Богдан в сторону далее простреливал на Пугача. Ткачук Василий зафиксировал мяч и бросил в никуда фактически. Константин Пугач. Пономаренко отработал в этом эпизоде, хоть это немножко на изжоге смотрелось. Беремчук. Снова Пономаренко. Каменчук Никита. Лунин. Денис Нинов. Никита Каменчук отрабатывает, но Пугач грамотно отбирает мяч таким аккуратным движением, которого достаточно в этой ситуации, чтобы быть полезным. Рома, дальняя. Право на. Блядь, где, где? Ниже, 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 ниже. Пономаренко. Хорош, еще раз. Наша смена дала. Смену, смену. Все, все, все. Ребят, для нашего смена. Ты не белый. Рома, вместо меня на нашей смене. Левченко перевел на Марцуна. Ну, Левченко появился в команде лидер благодаря Никите Каменчуку для усиления. Нино. Коваленко Ярослав. Курилов, Вавренюк. Шире слева. Слева пусто. Денис! Есть еще! Лунин. Качук спокойно себе перевел на Левченко. Левченко дальше на Коваленко. Марцун старается в хладнокровный футбол играть. Лидерс, это, мне кажется, в принципе идет все от капитана. Он спокойный, все время больше играет осторожно. С отдыха приехал, насколько я понимаю, с отпуска. Ну и сбор сегодня достаточно праздничный у Лидерса, как и у Стельмаха. Курилов. Вавренюк. Разрешка. Сереж, глянь, стойки не подвинула, не выбила там. Слева, слева. В углах вот я. Спасибо большое. Спасибо. Марцун. На Щасюка. Лунин. Вавренюк на Курилова.
Садись, 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 все, 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 все. Компактный, компактный. Останьтесь тут, не біжіть всі прямо вперед, не біжіть. Хорош! О, о, второй пас, Андрей! Не трогай, будь. Яр, Яр, решите это сейчас. Это свободный удар, и все понимают, как разыгрывать. Посмотрим, как используют сейчас свой момент. Пацаны, прямые не идти, Яль! С касанием, с касанием! Як! Як! Вот, вот! Рома! Рома, вот. Стань за рот! На второго вот касания! Внимательно вот игрока! Не вылетайте сразу! А такой розыгрыш не в счет! Прокат мяча, в принципе, не присутствовал здесь, и поэтому и без свистка, собственно, все это происходило. Просто, блядь, поставьте ногу, блядь, на мяч. Они ж выберут, пока вы будете так пробегать. А вы не можете падать потом. Хорош, хорош, туда, ребят, туда им. Давай, я. Что, надо кидать? Я. Не, сейчас. Дима, Дима. Коваленко Ярослав. Марцион. Снова Коваленко. Хороший такой хлесткий замах от Марцуна. Пугач, Ярослав Пугач бьет. Качук выручает. Судья, тайм-аут на нашем. Тайм-аут на нашем. Давай. Судья, тайм-аут на нашем. Марцион. Хороший дриблинг от Марцуна. Я напомню, что один мяч мы лишь видели в этой встрече. Да, онлайн-трансляцию мы отключили из-за урагана и дождя. Но я скажу, что матч, в принципе, это не испортило. Ребята с азартом играют, и интересно смотреть. Каменчук Никита. У меня, правда, голова колоссально раскалывается, но это уже мои проблемы. Пугач. Константин Пугач. Два раза удалось пробросить Константину Пугачу. Курилов. Водя бежит. Хорош, хорош. Здорово! Домой, домой! Домой, 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 ребят! Каменчук. Хорош, Боня! Быстро, 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 быстро! Ребят, я вышел! Боня, встречай, 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 встречай! Забыть этот гол, ёбаный! Взяли, взяли! Марцион. Роженко. Никита назад, Никита! Пугач. Снова Роженко. Ну тут все хорошо смотрелось, все выглядело просто прекрасно. Поэтому и забитый мяч тут есть. Не я виноват. Подожди, ну блядь. Не можешь, ты там стоишь, пишешь. Вы хотите? Должен доиграть. На, тайм-аут. Тайм-аут. Игорь, время. Подожди, ну Коля, скажи.
нам надо отыгрываться, как говорится. Конечно, да. Ну, один гол был, разница один, вернись, давайте, одна хорошая атака. Коля, ну Коля не доиграл, я раз начинаю. Команда, я доиграл, что не знаю. Это уже все должны помогать, они втроем, блядь. Пацаны, блядь. Пацаны, блядь. Возьми, пожалуйста. Это от компьютера. И не открывайте там чехол, там мой телефон лежит, прямо в компьютерном чехле. Слышишь? Просто на стол туда, под зон. Немчук. Пономаренко. Хороший удар от Веремчука на дальний старался замкнуть. Каменчук Никита уже коленом пытался переправить в сторону ворот. Слабый пас. А сильнее Роженко бы просто не успел. Но вот такие ситуации случаются. Никита выше. Бодя. Останься сзади. Никита выше. Никита выше. Как классно! Но Перфилев на высоте здесь. Отложено. Марцион. Саженко, Нинов. Улаев. Марцион. Денис, выжит Лёша, хорош, хорош, мешает. Дремчук. Коваленко, Ярослав. Ой, что ты? Опа! Да! Коля! Хорошо. Сразу! Роженко пробует отдать передачу на Нинова. Денис посмотрел, есть ли кто в помощь. Никого не было. И такая же примерно ошибка, как у игрока лидерса. Под стопу сейчас, ой, как непросто. Мяч принимать, разворачивать. Что хотите, но в принципе непросто работать с стопой. Чисюк. Ковенко Ярослав. Левченко, Марцион, очень легко и тихо забивается этот мяч, Марцун, возможно, это начало. Нормально. Что ты делаешь? Я не знаю. Давай. И ту сторону для обыгрыша выбрал 24 номер. Хорошо, я. Коваленко Ярослав с передачи Марцуна. Просто не тактически это мячи явно, но как-то пытается продавить. Заходим, заходим, заходим на свою, на свою. Все, парни, давим. Инициатива, давай. Ро, внимательно, ребята, собрали. Юра, ближе, ближе, вот дома какая,
Там корт тянут. Палаты. Так самое интересное, что специфика и техника игры на воротах вот Лунина связана больше с фиксацией. Вот, и ловит он мяч вот на вытянутых руках, но внизу. И как раз когда мяч стал скользкий, он пропустил два невзрачных, таких неприятных для себя, я думаю, мяча. Что будет, конечно же, где-то ему давить эмоционально. Ну не постоянно. Хотя нельзя сказать, что это его мяч. Стройтесь, блядь. Хорош. Хорош, я. Рома, уходи во фланг. Уйди, уйди выше. Право, право, право. Хорошо. Стой, стой. Сзади. Хорош, Ярик. Давай, давай, замену, давай, 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 2 минуты 25 секунд остается у нас до завершения. Можно, можно, без свистка, можно. Ищем. Ниже, ниже, все. Рискуй идти, вопливать, рискуй, выше, выше идти. Кремчук. Пацаны, видите нам отрыв? Лунин. Пугач пробует обыграть Константин. Кремчука не так просто пройти. Дави. Все, сели. Коваленко, Ярослав, ситуация поменялась. Давит лидер сейчас. 3-2, я напомню, Стельмах выигрывает. Надолго ли, удержит ли счет в борьбе за 3 очка? Дымчук. Не, кто еще останется? Костик, оставайся. Рома, тикай. Нинов, Пугач, Ярослав. Не, Константина Ярослава. За мяч борите, молодец! Выбрал этот мяч Константин Пугач. Дальний, пойдите, блядь. Один оставайся, двое оставайся. Тяни, Костя, тяни. Выбей в него. Все. Где туда? Бери секунд! Левченко! Константин Пугач на Ярослава. Да! Это волевая, нужная победа команды Стельмах. С чем мы их поздравляем? Но лидеров поздравляем с хорошей борьбой.